привет, друзья, канал Мусалин. Работаем на Мусалин Геленваген. Набиль приехал к нам сделать самоизоляцию пола. Багажник разобрали. Краткий обзор. На полу в багажнике вибропластом пролито. На задних арках также кое-где вибропласт присутствует. По салону смотрим. Пол в салоне. Голый металл. Подготавливаем поверхность, сейчас уберем грязь, ржавчину и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на полу Мерседесе. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки. Тщательно прокатываем валиком. Проклеен у нас пол в салоне. Максимально обрабатываем поверхность. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Геленвагене. Проклеена с мембранной шумоизоляцией пол багажник. Используем Раптор 4 мм. Блокатор наносим на задние арки. Также мембранную шумоизоляцию нанесли на пол в салоне. Используем блокшот, толщина 7 мм. Мобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.